Здравствуйте. Это проект «Хочу на Катунь 24. Школа телевидения, в которой становятся журналистами. Сегодня участники узнают, что такое видеоряд и из чего состоит сюжет. Научно доказано, 10% информации мы воспринимаем на слух, 90% – визуально. В эпоху 15-секундных сторис и тиктоков заинтересовать и удержать зрителя у экрана телевизора – задача не из простых. Все же, как это сделать? Основными принципами монтажа новостных роликов с участниками поделился Денис Бевс. Вести один и тот же принцип, нужно думать. То есть нужно хотя бы самому себе давать ответ на вопрос, почему ты этот кадр с этим склеил. Главная задача журналиста – донести информацию. То есть и не только в информационной службе, это и в развлекательном, и в программном телевидении, это везде есть. А основной поток информации, он идет через видеоряд. Видео, как и текст, состоит из слов и фраз. Монтажная фраза – это последовательность планов разной крупности, создающая при монтаже эффект единого действия. Существует три основных вида кадров – общий, средний и крупный. Единица измерения – человеческая фигура. Если она целиком попадает в кадр, это общий план. Если часть фигуры – средний. Если только голова – крупный. Не монтируйте в стык кадры, похожие друг на друга. Например, крупный план одного человека и такой же план другого. Это новые знания, но так как я тоже занимаюсь этим построением технологического процесса, я еще раз убедилась, что самое важное – знать, для чего ты это делаешь, и идти пошагово к своей цели. К этим всем правилам я пришел самостоятельно, просто методом тыка, как это называется. Вот. И сейчас я просто укрепил эти знания, и мне немножко стало полегче. Для меня это все немножко обыденно, раз я в этом всем кружусь, я с этим работаю, поэтому для меня это все родное, приятное, и мне было просто интересно слушать. Чтобы создать сюжет, это очень сложный процесс, вот лично для меня. Нужно знать, что ты хочешь снимать и для кого ты снимаешь. Затем... Что у нас там было дальше, кстати, я забыла. Продолжим. Зрителю интересно узнать, каково это находиться в центре событий. Лучший способ передать это – записать стендап. Даешь задачу оператору сам. Говоришь, снимаешь меня так, вот так, вот так. И все, и, собственно, снимаешь. Как держим микрофон? Чтобы направленный. Звук. Да, микрофон, да, да. Идет вот так, да. Природа просыпается в городе Барнауле, и мы с вами можем наблюдать, как первые почки у нас только-только проснулись. Однако, если посмотреть на погоду в целом, я могу сказать, что сейчас у нас погода совсем делает наоборот. А я не попил кофе. Что же мне делать? Все, короче, не снимайте меня. Не получается. Здравствуйте. В эфире Катунь 24. Сегодня во многих школах проходят субботники. Несмотря на погоду, более 200 школьников собрались, чтобы убрать мусор, очистить город от мусора. В акции примут участие различные организации, в том числе издательский дом «Регион». Кто справился с этим заданием лучше всех, узнаем в следующем выпуске. Завтра участники будут учиться тому, что, казалось бы, умеют с детства. Говорить? Не пропустите в дневниках проекта «Хочу на Катунь 24».